Всем привет из Алании, друзья, и сейчас вот хочу показать вам то, что я купил буквально 10 минут назад, сегодня, то бишь, вот чек, кто хочет увидеть все цены, то есть узнать, что сколько стоит, ставьте паузу, переводите, все цены я вам показываю, на 50 лир моя покупочка, в описании к видео вы найдете, сколько лира по отношению к рублю, к доллару, к тенге и так далее. 50 лир вся покупка, это все продукты в магазине Шелк. Итак, куплено было вот такое вот 400 веса, это котлеты из молодых телят, очень-очень вкусные, кстати, они сами по себе вкусные, но мне еще больше нравится, когда я добавляю хлеб с молоком и смешиваю потом еще с этими котлетами, тогда она еще в 100 раз вкуснее получается, то есть еще разбавляю, делаю с 400, как минимум 600 или 700, очень вкусная вещь, только в Шелке она. Дальше, баночка вот такая нута, готова во вкусном бульоне, она большая, 800, вес очень вкусный. Потом баночка соленых огурцов маринованных, как правильно, перец, господи, оливки вот такие вот, начиненные перчиком, очень классные, тоже такая баночка большая, вес ее 400, и огурцы, по-моему, тоже 400, банки одинаковые. Дальше, друзья, это вот такой вот большой-большой майонез, кстати, самый вкусный майонез в Шелке, все-таки один из лучших из местных, именно вот ватанутый. Вот такой вот мыло Факс, 5 штучек здесь. Дальше здесь вы видите овощи, лук, помидоры, один перец капина, салат и вода. И вот это вот все 50 лир, друзья. Ну, конечно, основная цена это фарш, конечно же, котлеты, вернее. Вот, потом по цене я имею в виду самое максимальное. Следующее майонез идет, ну и так далее. 50 лир, вот это вот все. Всем привет из Турции, пока.